Петрозаводск продолжает страдать от огромных луж. Накануне они заполнили улицы карельской столицы в связи с активным таянием снега. Неудобства испытывали как пешеходы, которым зачастую приходилось выходить на проезжую часть, чтобы не замочить ноги, так и водители. Наша съемочная группа убедилась, что в некоторых местах вода стоит до сих пор. Впрочем, похожая ситуация не только в Петрозаводске. Водители Медвежьегорска сняли на видео огромную лужу, которая возникает ежегодно в одном и том же месте. Что ж, остается надеяться на то, что скоро и так все само пройдет.